Мы это сделали. 350 человек. Ицхак Пинтасевич. Тренинг «Личная эффективность. Удвойся». Все эти 350 человек как минимум в два раза станут эффективнее. Это получается практически более 700 человек будут работать в нашей стране намного лучше. Та атмосфера, то влияние Ицхака на участников помогает нам понять, что мы можем намного больше. И ты, если будешь здесь находиться, в клубе молодых бизнесменов, сможешь получить намного больше, чем где-то там, наблюдая за нами, что мы делаем. Поэтому вступай в клуб молодых бизнесменов, приходи на тренинги, а Ицхак Пинтасевич тебе поможет удвоиться, утроиться, а может быть даже удесятериться. Молодых бизнесменов в Кишиневе, отличная организация, веселые, энергичные, молодые, приглашают лучших тренеров в моем лице и в лице Радислава Гандапаса и прочих других тренеров. И что я увидел, что люди, которые приходят на тренинги, это в основном молодые бизнесмены, да, это, можно сказать, будущее Молдавии, которые хотят обучаться, это самое главное, то есть можно построить будущее в современном мире только через обучение, только через постоянное развитие, потому что мир растет быстро, и те, которые не успевают быстро развиваться, они умирают, как динозавры. Поэтому я могу сказать, что клуб молодых бизнесменов Кишинева молодцы. Это одна из самых сильных этих молодежных организаций, которые я видел вообще в своей жизни. Публика, молодые, веселые, культурные, молодцы. Вот прямо Молдавия, это почти как Европа. Вот реально ощущение, что ты находишься в Европе.